Далее краткий обзор любопытных событий, которые заинтересовали китайских журналистов. Шведский стол для макак. Это фруктовое изобилие из бананов, персиков, винограда, арбузов и дынь, выложенные огромными кругами, зоологи подготовили для приматов, обитающих в центральной китайской провинции Хэнань. Они посчитали, что сочные лакомства помогут животным легче пережить знойные летние дни. Известно, что сейчас здесь обитает более 3000 самых крупных в Китае диких макак. Китай растет, интерес к танцам на пилоне. В эти дни в Тяньдине проходит финал китайского чемпионата по этой разновидности шестовой акробатики. Впервые его провели в 2010 году. Ныне свои таланты и страсть к спорту продемонстрировали сотни участников из 20 провинций. Победители будут представлять Китай на международных первенствах. Не менее сложная задача стоит перед военнослужащими китайского военно-морского флота. Они должны быть готовы к встрече с противником не только на воде, но и под водой. Для этого в программу обучения включили тренировки по борьбе и стрельбе на определенной глубине.